Сегодня площадь Свободы озарилась цветами российского флага и наполнилась песнями о родине. Цель тех, кто собрался – поддержка проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях для вхождения в состав Российской Федерации. Активисты студенческих отрядов, молодежь, сторонники политических партий, члены общественных организаций и многие жители города выразили поддержку и вышли на площадь. Сегодняшний митинг – это вот на самом деле мы показали объединение народа с вооруженными силами, объединение всего государства. И то, что Владимир Владимирович Путин объявил, мы, жители Алтайского края, ветераны боевых действий, поддерживаем это предложение. Руководитель общественной палаты ЛНР и ДНР находится здесь. И с вопросом, сколько вы ждали этого, она ответила, всю жизнь. И мы всю жизнь ждали объединения наших границ. На Донбассе гибнут мирные жители. У нас одна история. Мы один народ. Луганская народная республика в сердце с Российской Федерацией. Алтайский край с недавних пор оказывает помощь и поддержку славяно-сербскому району Луганской народной республики. В район выезжала делегация правительства региона. Были определены объекты, которые предстоит отремонтировать до холодов. Сегодня люди, которые 8 лет жили в такой очень сложной политической, экономической, социальной обстановке, конечно, там необходимы инвестиции, необходимы кадры, необходимо восстановление экономики. Дождемся сейчас референдума, результатов, да. Ну и потом, конечно, предстоит глобальная работа. Напомним, уже с сегодняшнего дня и по 27 сентября в 4 областях пройдет референдум о вхождении в состав России. Жители ЛДНР, проживающие в Алтайском крае, смогут принять в нем участие. В нашем регионе приступили к работе 2 участковые избирательные комиссии соответствующих территорий. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком.